Ремонт дорог в городском округе Люберцы вышел на финишную прямую. Большая часть запланированной в этом году работы выполнена. На 39 участках из 43 уже положили новый асфальт. Подробности в сюжете моих коллег. Последние штрихи. Дорожный каток выравнивает свежий асфальт на улице Михельсона. Протяженность ремонтируемого участка около километра. Площадь чуть больше 5000 квадратных метров. Чтобы справиться с таким объемом, рабочим понадобилась неделя. Техники и людей достаточно, а с погодой повезло. Дождь очень плохо влияет, а именно влага на настил асфальта, образуются поры, и из-за этого есть разрушение. Данная погода очень положительно влияет, асфальт будет достаточно качественный. В качестве асфальта не дает сомневаться и подрядная организация. Ее выбрали по итогам конкурсных процедур. В том, что ремонт дорог в надежных руках, лично убедился глава округа Владимир Ужицкий. Мы ставим задачу до 1 сентября все ремонты по дорогам, тротуарам в городском округе Люберцы завершить. Ну, я оцениваю, что опыт у нас такой есть. Есть работы подрядчики, которые с опытом, и у нас нет сомнений, что эти работы будут выполнены. Новый асфальт появится этим летом на 43 участках муниципальных дорог. Адресный перечень формируют сами жители с помощью интернет-голосования или сигналов в социальных сетях. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.